просторы. Просторы, ничем не заполненные просторы. Фантазируй на все 1000%. Красиво. Может, пройдем, посмотрим следующий пляж? Можно. У них, наверное, цены все-таки везде одинаковые, я так понимаю. Я думаю, да. Договоренность. Конечно. Более широкая линия. Да. Спуск там такой же плохой. Ступенчик. В этом районе я и хотел снимать жилье, вот тут, да. Все это гораздо дешевле. Вот, точнее, ближе. Не дешевле, но ближе. Да, да. Аккуратные такие навесики. Нет, ну молодцы, посмотри, как они обустраиваются потихонечку. Аккуратненько все. Стекло, дерево, все по-современному. Ваши чачи ресторан. Ну да, кстати, можно будет с вами сходить. Да. Я бы грузонос с вами какой-нибудь чехопили. Грибами. Другой вариант, если задороже, что рублей 7, что ли, ребенок? Суп для ребенка будет стоить. Они сейчас хотели это до хрена. Свои впечатления об этом заведении. На дорого. Камеру. Дорого? Почему дорого? Потому что не хочется. На сколько мы набрали? На треху почти. Я надеюсь, поменьше. Ну, пиво 300. Пасты по 400 почти. Да, 800. Еще 300. Суп почти. Да. 1400 плюс Цезарь 400, 1800, кола 152. 2,5. Данил Иванович. Данил Иванович бодр весел, поэтому сейчас он будет в салоне спать, наверное. Я надеюсь. Да? Ты будешь спать в салоне? Будешь спать? Не будешь спать. Понятно.
Thank you.